микрофон, музыку, колонки, сидеть все как положено. И второй вариант. Мы заезжаем сюда, в крылечку исполкома, и проводим гимн с тротуара вот на этой площадке, где раньше стоял тиран. А они закроют там ворота? Это варианты, которые мы предлагаем им. Если их что-то не устраивает, если нереально хотят, чтобы мы не заезжали на площадь, мы на нее можем не заезжать. А если это просто стёб и просто нечем заняться исполняющим обязанности, значит, тогда пусть он, я бы сказал, чем занимается. Вчера в 10 часов вечера я бегал за машиной по городу, которая поливала сухой асфальт. Вот надо понимать, чей это рассол, за чьи деньги он куплен, чей бензин. В машине сидели два человека, чья зарплата, кто им платит зарплату. Они ехали со стороны автовокзала, проехали по улице Свобода возле Сапфира, развернулись возле площади, еще раз развернулись возле Сапфира, выехали сюда и поехали на курорт. То есть совершенно, я снял это на видео, совершенно сухой асфальт поливают рассолом в 10 часов вечера, потому как это, видимо, запланировано было летом. Вот я хотел бы сказать, они кричат, что в бюджете нет денег. Это наш бюджет, это наши налоги, которые они выливают просто в сухую землю. Слава Украине! Свідомість, патріотичну і так далі та подібне. Тим більше одна людина, яка це започаткувала у нас, я скажу, слава собі. Ви у господина Зантова спросили, чому полгода не транслював гімн? Спросили. Ви можете все питати. Да, я лично спросив. А то смотрю, у меня так, и по, что по украинской сессии вы ему эти вопросы занятовали, ляху задаете. Я задавал. И почему лично я приостановил задавал трансляцию, не задаете а ему. А почему вы разговариваете на российской мове? Ну потому что Вася не выучил еще украинскую, он не понимает. Поэтому я как только начнет на украинской мове разговаривать, выучаю. И я почему. Все, дякую. Всем. Не мешайте.